Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Алмазник. И как вы поняли по названию, я сегодня вам покажу, как же скачать и где найти скины. Да, это делается все, ребята, очень легко. Это очень легко можно сделать, реально. И для начала я вам хочу показать несколько прикольных скинов, которые я нашел, да. Вот первый прямо сейчас у вас на экране высветился, да, он вот такой вот прикольненький. Да, ребята, вот такой вот радужный. Прям очень он круто выглядит. Ну да, следующий скин, который прямо сейчас тоже на экране, ну тоже прикольный, но он так. Ну, так себе. Не, ну это скин Нубика, да. Ну, мне он просто понравился, да, я решил его сюда вставить. Ну, а следующий скин, ребята, это у нас скин Листва, да. Это камуфляжный скин, он тоже очень прикольный. Ага. Ну и все, ребята, давайте я, в принципе, покажу, как же это делается, да. Ну, а вы пока подпишитесь на канал и поставите лайк. Ладно, все, поехали. Итак, ребята, для начала нам с вами нужно зайти в приложение Яндекс Браузер, да, ссылка на него будет в описании. Ага, и нам нужно написать тут следующую надпись. Нам нужно написать скины Майнкрафт, вот, найти. И теперь, ребята, нам нужно вот зайти вот на этот сайт, да, и как вы видите, ребята, у нас тут есть куча скинов, да, как вы видите, да, есть даже скин Фыфыва, да, посмотрите. И можно скачать любой. Вот, например, мне понравился вот этот вот скин, я на него нажимаю. Вот, можно посмотреть, как он бегает, как движется. Вот, вращение можно посмотреть. Вот, можно его вот так покрутить. И его еще можно, вот, скачать скин. И вот у нас пишет, начинается загрузка, и все. Загрузка завершена. Теперь мы заходим в Майнкрафт. Это Майнкрафт. Сейчас он загрузится. Так, вот, ребята, я зашел в Майнкрафт, и теперь нам нужно нажать на кнопочку профиль, да. У вас, вот, допустим, у вас стандартный скин, вот. Вам не нравится этот, вам не нравится этот скин, да, вот, скин Стива. Вот, и вам для этого нужно нажать редактировать персонажа. И теперь вот зайти вот в эту штуку, да. И теперь приобретено... импорт, вот нажимаем ваш скин какой-нибудь, да, и выбрать новый нажимаем теперь, вот у нас тут галерея есть, и вот, загружено, и как вы видите, вот мой скин, да, ребята, который я установил, да, правда он на фотке выглядит как-то, ну, криво, да, но все равно, вот смотрите, давайте нажимаем, и как вы видите, у нас все работает, давайте... Вот, давайте зайдем в какой-нибудь мир прямо сейчас и посмотрим, реально ли это работает. Да, проверим, не обманул ли я вас. Давайте вот в этот, в мир с городом зайдем, да. Ой, я в какой-то другой, видимо, случайно зашел. Ну да ничего страшного, сейчас он загрузится. Ага, ну пока он загружается, да, есть время поставить лайк, подписаться. Да, написать какой-нибудь комментарий прикольный. Ну ладно, давайте ждем. Да, у меня тут стоят моды, ребята, не обращайте внимания, как бы, да. Не обращайте внимания. Не удалось загрузить минимум один из набора. Вот, все, ребята, я зашел. И как вы видите, вот, все работает, наш скин загрузился. Вот, да, это очень круто, да. Ну и надеюсь, вам понравился этот ролик, вы подпишитесь на мой канал и поставите лайк. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока.